Региональный информационно-правовой центр «Консультант Киров» в 11-й раз проводит конкурс «Юрист-профессионал-2012». Это соревнование позволяет выявить лучших среди специалистов юридического профиля. Сегодня на заключительном этапе конкурса побывала наша съемочная группа. Конкурс «Юрист-профессионал» проводится для повышения статуса и престижа профессии юриста, выявления специалистов высокой квалификации, а также продвижения информационно-правовых технологий в нашем регионе. В жюри конкурса приглашены признанные специалисты и эксперты в области юриспруденции. Самое главное, что конкурс наш является беспристрастным. То есть члены жюри не знают конкурсантов, потому что идет индивидуально под каждым номером. И они проверяют номерные работы. Поэтому вопросы, которые они готовят, интересны конкурсантам. Интересно участвовать в конкурсе не только ради победы, а ради получения новых знаний, потому что ты смотришь на эту область более широко. В отборочном туре принял участие порядка 500 человек. Это говорит о большой популярности этого конкурса. До третьего очного этапа добралось лишь 60 человек. Из этого числа компетентное жюри и будет выявлять лучших из лучших. Для второго-третьего этапа готовятся ситуационные задачи. Эти задачи необходимо проанализировать с разных сторон. Посмотреть не только нормативные документы, но и судебную практику, почитать комментарии по данным направлениям. Стоит отметить, что победители и лауреаты конкурса получат ценные призы и подарки. Но самое главное, что победитель будет объявлен лучшим юристом Кировской области. Торжественная церемония награждения состоится 30 ноября. Михаил Конышев, Валерий Никулин, «Вести», Кировская область.